Задыхаясь от напряжения и ощущая, что силы мои на исходе, я последним усилием мускулов потянулся на руках и грудью упал на площадку, усеянную мелкими острыми камнями. Сегодня мы читаем приключенческую повесть куйбышевского писателя Эдуарда Михайловича Кондратова «По багровой тропе в Эльдорадо». Итак, возвращаемся в 60-е и в эпоху великих открытий нового света. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».